Привет, танкисты! Представляем вам три исследуемых тяжелых танка западного блока. Два из них пополнят период напряженности, а третий усилит период эскалации в режиме «Холодная война». На Т-34 Heavy броня башни прочнее брони корпуса. Вдобавок у танка большие углы склонения и отличное орудие, так что он идеально подходит для игры от башни. За ним идет М103А1 с прочной бронированной башней, отличными углами склонения орудия и улучшенными характеристиками по сравнению с предшественником. И наконец М103А2. Улучшенная версия М103А1 имеет те же сильные стороны, что и предшественник, но превосходит его по характеристикам. Чем дальше вы продвинетесь по ветке, тем выше будут точность орудия, скорость перезарядки и степень бронепробития. Используйте эти танки грамотно, и выгода не заставит себя долго ждать. По машинам, командиры!